сидишь дома и думаешь, что надо делать. Вот придумал, давай, буду барменом. Ну ладно, бармен — это классический бармен, напивает напитки. А ты вот придумал, давай, буду бросать. Так было? Или как это было? Ну почти, я вообще до этого увлекался брейкдансом, серьезно. И потом случайно попал, ну как обычно все бармены, случайно попадают за барную стойку, начинают работать. Тут само как-то переключилось и начал заниматься усиленно. Понял. The standard nowadays is incredible, you know, there's guys here that some people don't even know, and they turn up and they're doing moves, and you're like, wow, you know, it's crazy. So it's, yeah, it's a tough one. It's for sure this is the toughest comp, probably for the next couple of months, I guess. The start was good in some part, but after, you know. Yeah. So I fucked up. You fucked up? Yeah. I think that when I start, you know, ending my routine, that when it comes to hard moves, I lost my music, and after that, you know, I cannot hear it where I was, and so I dropped. So I had some drops, I think 8, some spills. You were counting, yeah? 8 drops? Drops. Как нравится Латвия? Блин, круто. Очень круто, да. Очень. Мне нравятся люди, мне нравится именно гостеприимно. Здесь все очень веселые, вот честно. Особенно относительно Москвы, где проживает там более 20 миллионов человек, да. Ну, по неофициальным данным, но это так. Просто серо достаточно, и люди, они не такие жизнерадостные, приветливые. А тут все прям, эй-эй, ну, очень-очень приятно. И всегда рад видеть организаторов чемпионата, потому что, ну, как бы такой чемпионат, который проходит на таком уровне, ну, не всегда они в мире бывают. Как бы в основном, как бы организовали, сказали, вот, приезжайте, и все. Да. Здесь ребята и встречают в аэропорту, и размещают гостиницы, и устраивают там специальные прайсы в номерах. Ну, виден уровень организации. Просто респект ребятам, потому что они бармены, они знают, что нужно бармену. Макс, как чувствуешь себя в Латвии, какие ощущения, как вообще мероприятие? Мне очень нравится Латвия, я здесь второй раз в Риге. Хорошо организованное мероприятие, мне понравилось, поэтому я приехал еще раз. А в Латвии первый раз на этом конкурсе, тоже, к сожалению, первый раз. Мне безумно нравится организация. На моей памяти, я выступаю на конкурс 2007 года. Это, наверное, второй чемпионат, вот, именно с таким уровнем организации, отношение к участникам, делается все для удобства. Очень круто, очень здорово. Огромное спасибо Иварсу, ребятам, что сделали такое классное мероприятие. Это стереотип, что в России водку все пьют? Или это нет? Да. Это стереотип? Ну, как бы, у нас есть Москва, есть Россия, как бы. В России пьют водку, а в Москве как водочку. Бы... Коктейли. Коктейли. Да. Они вообще, на самом деле, на мой взгляд, честно говоря, много за 10 лет чемпионатов объездил. Я считаю, первые. Ну, как первые, бы, да? Ну, либо одни из первых, но, как бы, на мой взгляд, очень много инноваций в проведении конкурса. Очень хорошая, четкая, грамотная организация, да? Пусть конкурс не супер большой, но очень все качественно сделано, и постоянно они придумывают какие-то новые фишки, новые идеи. Все, ну, как бы, что-то внедряют, что-то креативит как-то. Вот это очень, как бы, поэтому позитивно очень сюда ездит, как бы, всегда рад. Барменство привело меня сюда, привело меня во Флеер, поэтому я очень благодарен этому, ну, этой работе, если можно это назвать работой, это образ жизни. Поэтому, да, я и бармен, и интертейнер, да, все что угодно, да, это как бы включает в себя все. So, Tomek Malik from Poland is in a house with me in the Flair Mania 2013. So, Tomek, how do you like Flair Mania, basically, all around? I have to say, it's probably one of the best, or all the best organized competition I ever been to, seriously. I mean, everything is tip-top, stage, all this bartending, LV, broadcasting, every single small thing is perfect. So for us competitors, it's a big pleasure to be here, and cool. Yeah, I would recommend this competition to everyone. Just come over and have fun, because it's just really good fun. You know, life is like a flying bird. It's going all around zoo and elephants coming. Like, you are a bartender. You can connect it with like the same thing. What do you think about that? I didn't understand the question. No. I'm sorry. No. You know, like everybody's coming to the zoo, watching the animals, like birds, and you're flying. Life is like a flying bird. He's gonna connect with the bartenders and all family going around. What do you think about the connectivity about all these things? About birds and elephants, or about elephants or bartenders, like comparing these things, and you know, you're feeling like a family, the same like in a zoo, like an animal. You mean
how we feel about the community, bartending community? Yeah, basically, not the same, but you know, like a flying bird is like life, and everybody's watching out of the bird, and you like a bartender, everybody's watching like your performance, and people are enjoying and laughing and applauding. What do you think about that? Like, you are at disadvantages. You think of that? It's awesome. That's why we are doing it. We love when we can entertain people and we can travel. We have a lot of friends, bartenders all over the world. So, yeah, I mean, I really enjoy it. Yeah. Yeah, you're pretending or not? Sorry? You're pretending like player mania or not? You're pretending like other girls like behind it or not? Sorry, I don't understand. You're pretending like other girls going behind you or not, or like above or under? Do I like when girls are behind me or sorry? Like you're a bartender, like everybody's enjoying it behind it or under or over it and overestimating. What do you think about that? Yeah, of course, I enjoy it when I see people and when I see. You understand the question? No, man, so why are you answering? I'm sorry. I'm trying to, you know, made up some story. Give me some simple questions. No bears, no elephants. Give me like, do I like competition? Yes, I do. I'm just finishing out. My head is still there, you know. It's not like I understand you, man. Yeah, thank simple you for questions. Simple questions. Simple questions. How much do you like Latvia from 1 to 10? 10. God damn it, you understood the question and that's sorry, a great answer. Yeah.